Успехи Бурятии за 5 лет. Алексей Цыденов на выставке России в Москве презентовал результаты развития нашей республики. Среди главного – 25 новых школ, 1500 километров новых дорог, миллиардные инвестиции в туристические проекты и мастер-план столицы республики. Ну а особая гордость нашего региона – люди и, конечно, природа. Это моя фотография. Я просто на телефон сфотографировал. Выехать на берег и посидеть. Вот так вот сухой. С рыбкой хочется? Мужики, хочется вот так вот? Поехали. Вот такой Байкал. Охота увидеть. Приезжайте в Бурятию. Молодежь, в Бурятии будущее. Напомню, на прошлой неделе на ВДНХ прошел День Бурятии. Уникальность и самобытность республики отразили в павильоне в виде юрты. Также в этот день наши земляки научили москвичей резьбе по дереву, валянию из шерсти и приготовлению бурятских блюд. Высший пилотаж по поеданию бус продемонстрировал глава Бурятии. Свои павильоны представили все 89 субъектов России. Времени, чтобы их посетить, предостаточно. Международная выставка «Форум России на ВДНХ» продлится до 12 апреля.